Сейчас он сидел, вязал поводки на флет. Была поклевка, и плетенку у меня срезала. Просто срезала плетенку 0,16. Вот. Сейчас поводки сидел. За основу на поводки беру обычную дешевую плетенку 0,3, которую держит килограмм 29. Можно 0,35 взять. Ну, как бы тоже будет нормально. Ну и крючки беру китайские, вот такие вот. Не знаю, сколько они у меня уже есть. Леща на 2 килограмма спокойно выдерживают. Крючки толстые, хорошие. Такие крючочки. Так, коробочку покажу, попробую. Такие вот толстые крючочки. На леща самый раз. Заряжается флет достаточно просто. Берется пуф, протыкается. Вот так оставляем цевье чуть-чуть, чтобы рыба засекалась. Берем топтушку, прикормку засыпаем. Можно немножко оромки брызнуть. Немножко, а то вылетит все. И продавливаем.